Вот они, ваши носилки. Сюда кладется раненый, раненого сами выбираете. Головой вперед, до этой, стойки с шашкой, отбегаете и финиширует. Тогда время оканчивается. Ясно? Погода пасмурная, но на полосе препятствий довольно жарко. После короткой инструкции по правилам дается команда к началу состязания. Участникам эстафеты необходимо показать мастерство во владении шашкой, метании ножей, разборке-сборке автомата, снаряжении магазина, стрельбе и совместной транспортировке раненого. В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных городов и поселений Московской области. Ленинский район был представлен двумя клубами – «Застава» и «Ратник». Чтобы набрать зачетные очки, необходимо иметь довольно специфические навыки. В учебных пособиях даже существуют определенные свистульки. Свистулька устанавливается на лезвие шашки. Когда человек бьет шашкой, свистулька отдает характерный свист. И этот свист значит, что человек бьет правильно. Если свиста не последовало, значит неправильно. Конкретно в этом упражнении нам нужно просто разрубить бутылку напополам. По мнению организаторов Видновского станичного казачьего общества, цель военизированной эстафеты «Казачий спас-2017» не определение победителя. Знакомство с традициями казаков, умение работать в команде, воспитание силы воли – это самое важное. Все, кто здесь сегодня находится, уже победители. Мы все вместе. Ну и, конечно, будут выставлены очки каждой команде по итогам этой эстафеты. Вот. Но опять-таки подчеркну, что самое главное не победа, а участие. Наравне с мальчиками в командах немало представительниц прекрасного пола, и многие из них способны даже дать фору своим однокомандникам. Сами девчонки в таком положении вещей ничего странного не видят. Я считаю, что женщина намного больше может, чем мужчина, у нее больше выдержки. И той же шашкой женщины не отходят от мужчин. Они больше стараются. Соревнования были лишь частью праздника. После них добро пожаловать подкрепиться. Помимо традиционных шашлыков, блинов и чая, гостей угощали и настоящим казачьим блюдом. Что у казака есть? Баран завалил. Ну там какие-то овощи. Пшено всегда с собой. Воду нашел. Все быстренько обжарил. Сало еще обязательно. Сальца обжарил. Овощи, мясо. Водичкой залил, закипело. Немножко поварил с бараниной. Пшена засыпал, но он должен быть такой, как полукаша, полусуп. В празднике приняли участие члены клуба служебного собаководства «Аргус» и их четвероногие друзья. Животные продемонстрировали настоящие чудеса дрессировки. Здесь была и точность выполнения команд, и преодоление полосы препятствий, и, конечно, охрана вещей и людей. Быстро! Ничего не боится собака! Любой гость на этом празднике мог найти занятие по душе. К услугам детворы – катание на лошадях. Те, кто не участвовал в соревнованиях, также могли показать свое мастерство во фланировке шашкой и метании ножей. Объединяющей силой во всем, что сегодня здесь происходит, является, конечно, казачество. Потому что казаки издревле охраняли границы государства российского. И все, кто здесь сегодня находится, они пропитаны этим духом. Это наша история. И я считаю, что если мы будем чаще и больше проводить такие игры, такие соревнования, собирать людей вокруг, в том числе и молодежь, то это только положительно скажется на общей обстановке в России и для нас, для всех, и для нашего будущего поколения. Апофеозом праздника стало награждение медалями отличившихся казаков. Получили свои награды и юные участники эстафеты «Казачий спас-2017». Стоит отметить, что первое место занял Видновский военно-патриотический клуб «Застава». Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.